Здравствуйте, добро пожаловать на сегодняшний эпизод. Меня зовут Дженнифер. Я полагаю, что все из вас видели то самое видео в интернетах с одним потрясающим человеком, который заявляет, что может читать книги за какие-то доли секунды. Самый быстрый чтец в мире. Я читаю 1679 страниц книг за 2 секунды. А ты знаешь, что такое 2 секунды? Это раз, это два. Давай! Что это? Это что такое, блядь? Ты что там? Это все скорость. Если быстро, то... Я твое мясо съем! Ты что, псих? Что это, шутки? Я была в шоке, поэтому мы пригласили сегодня мистера Эбениза, собственной персоны, который заявляет, что он самый быстрый чтец. Мистер Эбениза, добро пожаловать на передачу. Я не заявляю, что я самый быстрый чтец. Это факт. Все было доказано научно. Я снова и снова все доказываю. Так посмотреть видео это совсем другое. Там можно подумать, что монтаж. А сейчас я вам все докажу. Так и сколько книг, сколько страниц вы прочли за эти два года? За эти два года я прочел не больше, не меньше, чем 10 тысяч книг. 10 тысяч книг? Да. И в один день я читал где-то 100 книг. Вау. Да, и то это потому, что я занят был делами всякими. Если был меньше занят, я больше читал. Давайте посмотрим. Вот эта книга. Это книга успешного контент-мейкера. Ее написал мой знакомый Альфред. Но эта книга достаточно маленькая. Она займет не больше секунд. Это меньше мгновения глаза. Секунду? Да. Поехали. Вы готовы? Мы готовы на 100%. Поехали. Простите, мистер Эбениза, а вы кверх ногами тут считаете? Вы читаете перевернутые книги? Похоже, я открыл в себе еще один талант.